снова с вами. Давно не виделись. Hi guys. Hi everyone. We are TBM, cover dance team from Kaliningrad, and today we're watching new release of Stray Kids. Покажи ее в камеру, покажи, за кого все время. Наш оператор. We are watching Stray Kids, Gomin Ku, if I'm not mistaken. This is the story I'm saying. Gomin Ku. Gomin Ku. Офигенно. Интересный мой трек. Трек офигенный. Гомитур переводится как паутина, но на английском они так назвали гена. Не пытался, не получилось. Я сначала подумала, что он на голое тело, но это сердце, думаю, нифига дикий. А потом нет, там лавочка заботливая. Я хочу залить стул. Ну, ты чё? Серьёзно, так, да. Вот, насекомыми съел. Ооо! Сам виноват. Ты человеком. Вряд ли. Я думаю, да, тоже нет. Ел пух. Он умер. А все мне напоминали. Обычно. Чемпион, жопу ложом проткнули. Какие стрелки. Прошу, как перец, что на ужин будет, что на него не есть. Ну да, драться на шиповых перчатках должны были только любой, он же ночью не был. Мне так нравится этот эффект. Сейчас у них хореография есть на YouTube? Я очень рада, что пока в этом треке не видно хореографию. Очень крутой трек, офигенский. Я на самом деле рада, что у них нет хореографии в самом клипе, потому что мне не хотелось смотреть на танец, хотелось слушать именно трек, проникнуться атмосферой, смотреть на сюжет клипа, локации, там, сеты. Хореку вообще не хотелось смотреть, если честно. Если она есть, было бы здорово, интересно посмотреть ее отдельно. Но вот в клипе, мне кажется, очень гармонично и круто, что они не танцуют. Клип очень сюжетный получился, реально смотришь, как... Какой-то детектив. Блокбастер. Где был Кави? Ты кого-то отравил, ты бы с ним разобрался. Зачастую есть такой момент, что когда выпускают клипы, из-за того, что там туда нужно впихнуть почти половину экранного времени еще хореографию, как они танцуют, а еще там те же сольники, то не всегда получается нормально раскрыть идею клипа. И тогда просто смотришь,
классный чувак, прикольно одет в какой-то локации, но его за весь клип показали там 5 секунд, и ты так и не понял, зачем он в этой локации, почему он так одет, что это символизирует, что это означает. Здесь, ну, мне кажется, каждый персонаж был раскрыт, даже идея, если не знать перевод, мне кажется, по тому, как они эти локации показали, так понятно, о чем речь. Прям нравится. Они красивые. Мне понравились шахматы. О, да, шахматы, потому что там были такие. И причем, ну, что Мэниак, он такой агрессивный, да, что это тоже такой же агрессивный стиль. Явно не какие-то не лирика, не сладкие мальчики, при этом они очень разные. И хотя даже с этой во многом перекликаются, да, что Мэниак, он весь в черном, в коже, в латексе, что этот, но все равно они настолько как будто бы прям из разных вселенных, да. Ну, им очень подходит эта стилистика, темная такая, да. И, кстати, очень понравилось, что у них здесь нет цветных волос. Вот мне прям намного приятнее на них, честно говоря, смотреть так. Я ничего против цветных волос не имею, я сама цвет меняю, поганка постоянно, пятна. Но, не знаю, мне вот очень понравилось, что они здесь все в таких относительно натуральных оттенках, да, не считая блонда. И то, как бы блонд, он тоже считается же, да, относительно цветовой гаммы натуральным. Но мне вот показалось поприкольнее, чем фиолетовый, красный, зеленый, оранжевый. Почти.